Азербайджанцы предупредили жителей Варденисса Басаркечер и дали им 5 минут, чтобы покинуть зону бассейнов питьевой воды, расположенных в Кельбаджарском районе. Как передает канал 13, об этом пишут армянские телеграм-каналы. Согласно информации, сам Варденисс и 7 деревень используют водохранилище, которое в настоящее время находится под контролем азербайджанских вооруженных сил. Жителям района пришлось самостоятельно вести переговоры с азербайджанскими военными, но вернулись обратно ни с чем.